В принципе, я думаю, я мог бы накостылять медведя. Всем утюг, с тобой Глюк, дружище, добро пожаловать в игру, которую я забыл, как она называется. Если что, в названии написано, как всегда. Значит, что у нас здесь находится? Смотри, я играю за охренительную гориллу. Смотри, какие у меня ручища. Просто огромные руки-крюки. Вот. Фишка в чем? Игра. Вот я сейчас еще маленькая горилла. О, мои соски. Классно. Сосочки классные, да. Короче, что мы здесь делаем? Мы здесь жрем. Смотри. Я съедаю, и у меня увеличивается мой рост. То есть моя задача здесь... Жрать. Камни жрать я не могу, к сожалению. А в детстве я этим занимался, и было все нормально. Так, короче, смотри, вот наша задача сожрать как можно больше всякой хрени, чтобы вырасти очень-очень-очень большим. Так, здесь пока что все спокойно, вообще здесь должны... О, олень. Какая классная анимация. О! Во, я стал больше. Я уже не такая маленькая обезьянка. Как раньше. Олень, иди сюда, сожру тебя. Нате, избивать оленя. О, еда. Боже, что вы серьезно? Вот, подожди, я слышал котенка. Ну подожди, котенок, до тебя я еще доберусь, тут ягоды есть. Ой, темнеет-то как, а? Кто-то мяукает, я вообще помяукаю. Видимо, где-то там. Посмотри, вон кот. Кот бегает, а? А, это кролик. А ну иди сюда. О, неплохо. Собака. Ух ты ж ешь-то, а? Смотри, они смотрят на меня. Ха! Ха! Ха-ха! Во! Ха-ха-ха-ха-ха! Не сбивать человека! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что, кто против меня, а? Так, а ну-ка, пёсель, иди сюда. Ха! Ха-ха-ха-ха. Вон фермер с ружьем ходит, смотри какой, а. Я могу съесть фермера? Блин, офигеть. Фермер, я хочу тебя есть. Отлупить могу, а съесть не могу. Печаль. Смотри-ка, они даже не замечают, да? Ладно, хорошо, это замечательно, потому что я могу взять и сожрать вот так вот. Ой. Тогда я по старинке. Е-е-е. Отходим и подходим поближе так. Ха-ха-ха! Готово. Кошка, иди сюда. Кошка! Сожрать кошку. О! Я стал еще больше. Хорош. Так, я не могу человека сожрать. Я хочу сожрать человека. Он такой аппетитный. Ты что такой аппетитный человек? Массажик. Массажик. Так, ладно. Люди почему-то не хотят есться. Ой. От яблочек толку тоже мало. А ну-ка иди сюда. Вкусняшка. Это что? О. О, я теперь более бронированный. Хорош. О, бананы. Хоп. Так, аккуратненько. Хоп. Бананы. Стой, шаверма. Стой, шаверма, говорю. Думаю, тыкву мы... О, тыква хороша, слушай. Ох, ты ж ешь. Ты ж смотри, какой я здоровый стал. О, охренеть. Пиу-пиу. Мазафака. Так, вопрос, а я смогу? Забор я не смогу сожрать, да? Жалко. А, я сожрал человека. Пойду жрать людей. И деревья. Жрать деревья. Жрать деревья, жрать людей. Я счастлив, слушай. Камни не едятся, жалко.
Они прямо за мной идут, смотри-ка. Они прямо идут за мной. А, то есть эти большие деревья я не могу есть. Ладно, хорошо. Хоть! Я вас всех сожрать сейчас. А ну подходи. Все, всех этих военных почти всех съел. Осталось дожраться до следующего уровня. Я буду вообще непобедимый. Ха-ха-ха-ха. Все, кирдык ему. Жрать людей. Питаться человечиной. Муа-ха-ха-ха. А ну-ка подходите сюда. Кто здесь живет? Я победил. Блин, я думал, я еще смогу больше сожрать. Ну, пока вот так. Блин, прикольно. Ты победил. Смотри, вот я маленькая обезьянка опять. Я опять малюсенькая обезьянка такая. Мастер-план. Жрать, расти и профит. Итак, следующий раунд. Мы опять играем за маленькую обезьянку. Тут, наверное, будет сейчас все посложнее. Ам-нам-нам-нам-нам-нам. Так, ладно, какой-то запас... Господи. Надо, короче, тайно как-то смыться оттуда и сожрать, вон, например, кролика. Оп! И кота. Кот! Кот-тушенка. Терпи! Терпи, ты мой обед! Где кусок мяса? Вот он. Отлично, я уже побольше. Я уже могу надрать кому-нибудь жопу. Кролика живьем сожрать. В принципе, я думаю, я мог бы накостылять медведю. Но пока я думаю, этого делать не буду. Камень возьмется? Нет, камень не возьмется. Так, ладно, пойду расправляться с медведем голыми руками. Ха-ха-ха. Знаете, по сраке. О! Я же говорю, я могу с ним расправить. Так, ну тут прям целая военная часть. Можно попытаться там людей огреть. Там. Здесь я что-то стремаюсь пока. Можно мелочью пока попытаться до 5 уровня. О, хорош. Вот это уже поинтересней. Можно кусты прям так съезжать. Ха! Так. Этих сожрали. Воу! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Не попал. Хорош. Хе-хе-хе-хе, прикольно. Вон, смотри, фермер ходит. На тебе. Ой. Ой, закончилось. Тогда я тебя так сейчас огрею. Ой, а это откуда? Тушенка полетела из собачки сразу. Так, ну ладно, пока жрем деревья, я травоядный пока. Все хорошо. А вот утром мы начнем нападение на военную базу. Они даже не прибавляют мне, по-моему, да? Они не прибавляют мне. Все, это максимум, что ли? Видимо, надо питаться чем-то более существенным. Но может быть людьми? Ого, там что-то полетело. Какой я молодец. Все разнес практически, а? А вон главный стоит. Ты самый вкусненький. Ха-ха-ха. А, то есть все, это была моя миссия? Сожрать этого и все? Тюка, я думаю, я сейчас на город нападу, как им там накостыляю. Ну что, а, собственно, дальше, наверное, продолжение вы увидите в следующем ролике. А пока что я хочу с вами попрощаться. Все, всем удачи, всем добра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-п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 ара